Хочешь цветок? Июля 2022 года, ось Каменогорск. Это бульвар Гагарина. Вот эта аллея, она всегда была. Ну, на нее гранитные, разные из красного гранита, знаки зодиака и не только, переместили, которые стояли когда-то на площади Ленина, где поющие фонтаны, там они были. Ну, их теперь сюда переставили уже какое-то время назад. Вот начинается она. Восьмиугольник, октагон и фонтанчики. Фонтанчиков 6-4, 24 штуки фонтана. Одного нету. Получилось 23. Это я сейчас заметил. Вот эти все есть, а вот одного нету. Не странно ли, да? Получилось 23. Ну, изначально 24 в шестерку тоже складывается. Вот так по аллее, по вот этой пойдем, вот туда дальше. И вот эти монументы посмотрим. Они из красного гранита. Детская площадка, как всегда, вот впереди. Это мой друг, не обращай внимания, а то фокус пропустишь. Что там внутри? Ну вот, необычные надписи, как всегда, у нас просматриваются. Кто что видит. Ну вот, восьмиугольничек еще один. Ограждает люк. А, здесь фонтан, восьмиугольник, красным гранитом. Площадочка детская. Эмоции детские тут собираются. Вау! Да. Какой красивый! Потому что особенный. Кстати, насчет особенных. Ты тоже волшебная штучка. И вот еще у нас тут телестудия такая. Старая, со времен СССР, вот эта вышечка. Она тоже закоммутирована сюда. Детская площадка, там восьмиугольник и 23 фонтана. Здесь закрыто вот этими гранитными из красного гранита. Изваяние. Я забыл сказать самое главное. Слева находится стадион «Восток» и парк с каруселями. То есть рядом вообще прям вот футбольное поле. Вот по направлению вот этого знака желтого. Там стадион уже, поле футбольное. Ну и здесь эта аллея вымощена вот таким, плитка тротуарная. Ну а мы подходим к знакам. Первая змея, это знак зодиака. Ой, по китайскому, наверное, календарю, ну, я так понимаю. Ладно, и все они вот на таких, бронзовые они, и стоят на кубических, ну, не кубических, а на таких вот постаментах из красного гранита. Лошадка с этой стороны. В Тугисе потом буду смотреть, как называется в системе. Дальше. Следующая улитка. Вот они стояли на площади. С этой стороны какой-то овен, наверное. Посмотрим в системном коде. И возле каждого лавочка, пожалуйста. Здесь обезьяна. В общем, их 6 с одной стороны, 6 с другой, 12.
А с этой стороны заяц. Или кролик, или кто он там. Дальше тигр. Или лев. Ну, на льва не похоже. А здесь петух. Ну да, это что-то типа латуни или бронзы. И постамент из гранита. Бум. Вот тур. Или кто он? Бык. Золотой телец. И сердечки тут нарисованы. Опаньки. 7 штук. Тоже бум. А тут кто? Волк или собака? Непонятно. Мышь. А этот кто-то, кабан какой-то или что? И тут посередине у нас тоже дворец культуры металлургов. Металлурги сверху, он тоже из красного гранита, очень старый. На него выходит, им закрывается этот поток. С него, наверное, и снимается энергия основная. Да, это кабан. Постамент и бюст Куленова. У нас есть район Куленовка. Ну и фонтанчик. Вот такой. Здесь в центре. Без него никак. Там сверху металлурги. Их 4. Ага, металлургов. Голуби сидят. Водичка. Ну тут и дети тоже, когда жарко. По 4 лавочки. 4. 4. Ну здесь 3. И вот там аллея. Вот это съемник главный. Он замыкает аллею. Ну и фонтанчик. Такие дела. Показал вам вот еще одну энергетическую линию. Вот здесь замыкает дворец культуры металлургов. Там замыкает восьмиугольник, октагон с 23 работающими фонтанами. Хотя там 24 отверстия. Всех обнял. До встречи. Но ведь цветы не едят. Почему? Ну, эти особенные. Сладкая моя, особенное – это самое вкусное.